Самая вкусная пирожная картошка получается по этому рецепту. 5 яиц, щепотка соли, 150 грамм сахара. Взбиваю примерно 5 минут, чтобы растворился сахар и вся масса стала более воздушной. Вливаю 50 мл молока и взбиваю еще 5 секунд. В 150 грамм муки добавляю 30 грамм какао и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваю и всыпаю в тесто. Тесто перемешиваю просто венчиком. Выливаю тесто на коврик для запекания, можно на пергамент. Равномерно распределяю и в разогретую духовку 180 градусов 13 минут. Теперь крем 180 грамм размягченного сливочного масла взбиваю до посветления. Добавляю 180 грамм сгущенки и еще раз взбиваю. Бисквит измельчаю в блендере. Добавляю к крему и перемешиваю. Формирую пирожные, посыпаю какао и в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!